Второй раз в этом году провела публичные слушания антимонопольная служба Ульяновской области. В них приняли участие представители государственных, муниципальных органов и бизнеса. Прежде всего, руководитель УФАС рассказал о работе сотрудников управления. По итогам последнего полугодия у нас приличные были дела выиграны в судах всех инстанций. Более того, возбуждены несколько уголовных дел по нашим материалам. Поэтому эффективность и результативность работы специалистов управления ФАС по Ульяновской области она достаточно высока последний год. Всего за второй квартал 2017 года управлением выявлено 50 нарушений антимонопольного законодательства. Кроме того, поступило 172 жалобы в сфере закупок. Но только 23% из них признаны обоснованными. Руководитель антимонопольной службы отметил, что ни одно постановление УФАС судами не было отменено. Однако, по словам Геннадия Спирчагова, суды значительно снизили сумму обжалованных штрафных санкций с 7,5 до 2,5 миллионов рублей. Почему сложилась такая ситуация? Этот вопрос будет обсуждаться на коллегии ФАС. Также Геннадий Спирчагов ответил на вопросы участников публичных слушаний. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.